Это любительское видео успели сделать очевидцы. Пламя было видно за несколько километров. Поэтому тут же появились самые разные версии, что именно горит. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Они сообщили, что угрозы строениям нет. В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Курской области напомнили, что за нарушение противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. В случае крупного материального ущерба или гибели людей – уголовная.